все как всегда, в принципе. А? Артур танцует. Андрей работает. Кошка бегает. Кто-то же должен танцевать. Действительно, это все работает, работники. Что делаем-то? Снимаем везде, где только не в Испании, испанскую песню. Тестируем кошачий парк для Джека Сопригодности. Сколько котов сбежится или разбежится? Lleno los ojos y solo escucho tu voz. Pienso en todo lo que viví junto a ti. Fuiste lo mejor que me pasó. Y ahora solo quiero vivir para ti. Tu piel junto a mi piel, tus labios besando los míos. Arco iris en mis ojos y tus besos sabor a miel. Сабора Миель. Так, ну что, ребятушки, снимаем влог. Съемки клипа на испанскую с этой бандуриной. Сейчас должна подъехать машина. Иначе я просто, простите, заколебусь ждать в такую погоду автобус. Зато во благо съемок красивых и успешных. Пытаюсь, короче, найти тут вход. Вот. Сегодня настолько жопный гололед, что я даже немножко начинаю опаздывать. Но я скоро буду. Совсем скоро. Вот прям очень скоро. У меня, кстати, долгое время не работала камера. И вот за то время, пока я не снимал, она вдруг неожиданно заработала. Пока что вот полюбуйтесь. Замечательные виды нашего Петербурга. В общем, 10 тысяч раз вот тут вот обходил, переходил, тут он туда еще шел направо. И вот вход, наконец-таки. Та-дам! Шестой, пожалуйста, шестой. Jesus. Так. Нам сюда. Получается. О, закрыто. Так, сейчас позвоним. О, тут вас, блин, фиг найдешь вообще. Да. Я рубашечки с собой, привет. Это наш оператор, если что. Настя, знакомьтесь. Перевоплощение. Стилевый. Примерно так выглядит у них коридорчик. Вот оттуда я, получается, заходил вот сюда. И вот она. Сцена. Да, сейчас закрою. Закрываем дверь и погнали. Все отсняли. Мы красавчики. Вот. Так что ждите влог. Скоро выйдет.